Девиз тренировочного лагеря «Никогда не сдавайся». 46 юных хоккеистов в преддверии великого события. Сам Михаил Грабовский проведет с ними целую тренировочную неделю. На льду Чижовка-арены юные мастера клюшки под руководством белорусского мэтра и двух американских коучей Тодда Нормана и Крейга Вудкрафта опробуют новые тактики и стили игры лучших мировых команд. Эти тренера, которые приезжают, они делятся с нами опытом. Все-таки НХЛ уже 100 лет, поэтому опыт, конечно, у них колоссальный. Вот. Но это не факт, что у нас тренера хуже или слабее. Просто что опыт набирается с годами. Ребята поделены на две группы – красную и синюю, которые возглавят зарубежные гости. В распорядке дня, помимо завтрака, значатся тренировки на льду, сухие разминки, подготовка и тренировка на земле, растяжка и восстановление и даже холодный бассейн, а также просмотр видеоинформации. По окончанию сбора 23 июня команды скрестят клюшки. В предвкушении спортивной недели не только сами хоккеисты, но и их родители. Супер, это для них это вообще супер. Я же говорю, что как бы это мечта любого ребенка – попасть в такую среду, побыть с такими хоккеистами, с такими как бы звездами, с такими инструкторами. Я хочу видеть своего брата в сборной страны и республики нашей, и поэтому очень бы хотелось, чтобы он туда попал, чтобы он был самым лучшим. Ребята собраны со всей страны. Тут и воспитанники юности, Минского «Динамо», а также и региональных «Сдюшор». Проявить себя, попасть в команду Раубичи, и там уже большие перспективы будут попасть в сборную и так далее. Я уже третий год на кемпе, и это классно. Понятное дело, на всех этих ребят сделана ставка. Потенциально это новое поколение национальной команды. Пока им всего 15, и они в шаге от юношеской сборной Беларуси. Моя основная задача – просто наблюдать и вариться с ребятами, общаться с ними, чтобы я как-то присутствовал. Я думаю, что моя поддержка для них – это тоже важно. Пока же ребята примеряют на себя форму кемпа и радуются подаркам. И, конечно, возможности прикоснуться пусть и на недельку к искусству, которое зовется большим хоккеем.